Увидеть разом всю Россию. Такую возможность предоставила Югра детям из Макеевки. 23 юных жителя Донецкой Народной Республики смогли приехать на международную выставку «Форум Россия», которая сейчас проходит в московской ВДНХ. Поездку организовало правительство нашего автономного округа. Стоит отметить, что попасть на выставку «Россия» смогли школьники из Макеевки, отличившиеся в учебе, творчестве и спорте, победители различных олимпиад, участники конкурсов и соревнований. Это далеко не первое выездное мероприятие, организованное правительством нашего региона для юных макеевчан. Уже 2 года подряд работает проект «Лето в Югре», когда школьники из ДНР имеют возможность провести летние каникулы в нашем регионе. Среди ребят, посетивших ВДНХ, были те, кто о Югре узнал не по стенду на выставке, а побывав в детском лагере на территории округа. В лагере была, мне очень понравилось, очень классно было. Много гуляли, гуляли по лесу, ягоды кушали вкусные. Вот, очень классно. Я 6 лет занимаюсь вокалом, у меня много достижений. И я во многом участвую, я активная, и меня взяли на экскурсию. Вот. Тут очень круто, тут мотивируют и, можно сказать, дают мотивацию, кем стать в будущем, дают свой выбор, вот, и никто тебе не заставляет, можно выбрать самому. Тут много всего, о чем необычного и интересного. По поводу ВДНХ мне понравилось безумно, была комната движения первых, и когда мы в ней выходили, там все это было галактическое, и это было безумно очень прекрасно. Мне понравилось все. Эта выставка мне очень сильно понравилась. Я думаю, может быть, я еще с семьей сюда приеду. На международной выставке «Форуме России», организованной по поручению президента страны Владимира Путина, сыграли первую свадьбу. И не простую, а между Хантой и Манси. Традиционный обряд с элементами театрализованного представления прошел на выставке в день Югры. Татьяна Бахтиярова и Виталий Рускин уже давно в отношениях. Традиционное бракосочетание в ЗАГСе провели накануне. Вместе с артистами театра обско-угорских народов «Солнце» показали, как невеста из числа коренных жителей Севера приходит в дом к жениху, знакомится с духами, как рождается новая семья. Как и положено, на таком торжестве не обошлось без подарков. С бракосочетанием молодоженов поздравила губернатор Наталья Комарова и подарила снегоход, который пригодится молодой семье. Чтобы следить за стадом оленей, у жениха в Югре 300 голов. Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, объявил следующий год годом семьи. Вот, и я присоединяюсь ко всем нам, тем, кто думает, что это крайне важно, что это самое главное в жизни, чтобы рядом были родные, близкие люди, чтобы они были здоровы, чтобы они были удачливы. Чтобы молодые семьи, то есть они были более крепче, дружнее, то есть обряд этот специально направлен на то, чтобы, ну, как бы на крепкую семью и различные элементы, там с сумочкой, тучань получается, там различные тоже инструменты девушка должна с собой иметь, то есть если этого нет, то есть она шить, получается, не сможет, либо, ну, какие-то проблемы могут возникнуть. У нас избушка в лесу, у меня, я уже избушку построил, свое отдельное стойбище, и поэтому вот, будем жить на стойбище. Развить оленей, заниматься традиционным, ну, сохранять свою культуру, традиции. На оленей упряжке по Москве. Жители столицы познакомят с традициями народа ханты. Катать москвичей будут олени со стойбища Карамкинское Нижневартовского района. Любовь Казанжи уже не первый раз вывозит своих оленей в Москву. Для этого берут с собой достаточно ягеля. Как говорит хозяйка, дорогу рогатые переносят хорошо. Хотя некоторым приходится подпиливать рога.